В сложившихся экономических условиях действия различных органов власти должны быть направлены на поиск действенных рычагов выхода из кризиса. В их число можно включить также и поддержку развития малого и среднего бизнеса в республике. Об этом говорили на заседании столичного совета по предпринимательству. В сложившейся на сегодняшний день экономической ситуации особую значимость приобретает поиск дополнительных источников пополнения бюджета. По мнению присутствующих, развитие малого и среднего бизнеса в нашей республике может стать дополнительным и весомым источником для увеличения доходов госказны. Мы обсудили целую папку законопроектов правительства касательно мер, которые будут предприняты для нивелирования этой негативной экономической ситуации. Это в частности и вопросы финансовой амнистии, строительной амнистии, вопросы снижения налогообложения, единого социального налога и подоходного налога для физических лиц. Сегодня законопроекты, включающие в себя механизмы, призванные упростить ведение бизнеса в Приднестровье, направлены на рассмотрение Верховного Совета, подчеркнула замглавы столичной госадминистрации. Хочется верить, что Верховный Совет рассмотрит эти папки, многие из которых, кстати говоря, уже ранее предлагались, но были по тем или иным причинам отложены. Конструктивный диалог с представителями бизнес-сообщества – основная цель подобных советов по предпринимательству. Некоторые из ранее затронутых тем уже находятся на стадии утверждения, отметили на встрече. К примеру, предложение по упрощению процедуры оформления патентов в Тирасполе для жителей близлежащих сел вскоре начнет работать на практике. Теперь этой категории коммерсантов, работающих в столице, можно будет оформлять не республиканский патент, как было ранее, а достаточно будет местного, рассказала Елена Кожакарь. Анна Денисова, Александр Богатый, Егор Бикерский, Первый Приднестровский телеканал.